Сегодня пятница, у нас пришло время узнать, что будет с погодой в выходные. На прямую связь со студией Первого канала выходит наш дежурный синоптик. Сегодня из гидрометцентра ко мне присоединилась Лариса Дрожжина. Ларис, добрый вечер. Меньше недели осталось до начала календарной зимы. В большинстве районов Европейской России, в принципе, уже установилась настоящая зимняя погода. Сохранится ли она в выходные? Добрый вечер, Дмитрий. На севере европейской территории страны в ближайшие дни будет хозяйничать активный атлантический циклон, который перемещается вдоль побережья северных морей. В Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, а также в Карелии пройдет мокрый снег, усилится ветер. В субботу 0 плюс 5, в воскресенье понижение температуры и ночью и днем от минус 3 до плюс 3. На дорогах гололедица, в Мурманской области сильная. Не обойдется без осадков в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, но там они будут небольшие. Температура ночью от 0 до 5 мороза, днем до плюс 2 градусов. А морозная погода, которая на этой неделе установилась в центральном районе, долго продержится? Ну, погода начнет меняться уже в предстоящие выходные. Завтра в области повышенного атмосферного давления еще будет морозно. Ночью минус 5-10, местами до минус 15 градусов. Днем термометры покажут от 0 до минус 5. Местами пройдет небольшой снег. А вот в воскресенье с приближением теплого атмосферного фронта начнет падать давление, увеличится облачность. А осадки в виде дождя, снега и мороси пройдут уже в большинстве районов. Температура существенно не изменится. В Поволжье погода улучшится. Циклон, который принес ненастье, уже уходит за Урал. Снегопады ослабеют, а в воскресенье прекратятся совсем. Возможно, даже выглянет солнце. Температура понизится в ночные часы до 5-10 мороза. Днем будет от 0 до минус 7 градусов. Ну а в южных регионах страны в последние дни было аномально тепло. Мы тут показывали, как розы распустились в некоторых республиках. Сохранится ли такая погода в выходные? Да, в последние дни южные регионы находились в субтропическом тепле. Температура воздуха превышала норму на 10-12 градусов. Местами воздух прогревался до плюс 20-25. В ближайшие дни станет прохладнее. Пройдут дожди на севере и в горных районах со снегом. Усилится ветер. Термометры покажут в низовьях Волги и Дона от 0 до плюс 5 градусов. На Северном Кавказе 8-13 тепла, на Черноморском побережье до плюс 18. Дождливо и ветрено будет в Крыму, в ночные часы там 5-10 тепла, днем в субботу до плюс 15, в воскресенье на пару градусов прохладнее. Вообще такой разброс по стране, какая погода ожидает жителей столиц в эти выходные? В Санкт-Петербурге ближайшей ночью пройдет небольшой дождь, завтра днем уже без осадков. Температура в течение суток плюс 1-3. В воскресенье вновь осадки и от 0 до плюс 2. В Москве завтра еще удержится погода без осадков, ночью до 5 мороза, днем 0-2. Столько же будет и днем в воскресенье, правда, начнутся осадки, ожидаются туман и гололед. В понедельник около 0, по нашим расчетам, с оттепель начнется и декабрь. Спасибо, Лариса Дрожжина, с прогнозом погоды на предстоящие выходные и не только.